производится ремонт мотопомпы Бористо. Новая серия жидкостного охлаждения с двигателем Келлер. У данной помпы возникли проблемы с качающей частью. Именно развалился сальник механический. Сальник. И в процессе разбора выяснилось, что развалились подшипники. Поступившая вода вывела из строя подшипники качающей частью, которые в свою очередь разбили посадочные отверстия. Но это не проблема для нашей мастерской. Думаю, что дня 2-3 потребуется для того, чтобы эту помпу собрать и дать на нее гарантии, и она будет работать не хуже прежнего.